Q-Comment. Зарабатывайте на комментариях и получайте деньги за то, что раньше вы делали бесплатно. Специально для портала Ярбола мы научимся спускаться со стен. А бывают такие ситуации, когда нам надо слезть откуда-то, а спрыгнуть вниз невозможно. Сперва рассмотрим простейшую технику. Сядем на край, перенесем вес на руки и скользнем вниз. Когда у нас развивается уверенность в наших руках, можно попробовать спускаться аналогично с корточек. Обратите внимание на постановку рук, держать себя надо крепко. Следом можно наращивать скорость и перед спуском уже не сильно садиться. В итоге мы сможем в прыжке вниз разворачиваться к стене и тормозить падение руками и ногами.